Напомним, что расширение водозаборных сооружений и строительство водовода до соцгорода направлено на обеспечение в полном объеме хозяйственной питьевой водой жилого района, а также строящегося центра медицинской радиологии и будущего академгородка. Ровно год назад президиум палаты выезжал сюда, смотрели, как начиналось строительство кластера. И мы приняли решение на палате, что к этому вопросу вернемся через год. Для того, чтобы посмотреть, как финансируется, как расходуются средства, как ведутся работы. Общественники отметили, строительство продвигается, и это отрадно. И наметили провести через год еще одно выездное заседание. В 2013 году реконструкцию водозабора планируется завершить. Татьяна Елисеева, Анжелика Барвинок, новости Димитровграда.